Что, прокатимся? Всем доброго времени суток, дорогие друзья. У нас тут срочное включение. Нам нужно срочно ехать к Кимрай. Я догадываюсь, почему. Надеюсь, вы тоже догадываетесь, почему. Так, слушай, заткнись, у нас срочное задание. С тобой все нормально? А да, пофигу, короче. Иди в жопу, неважно. Так, Ким, быстро едем к ней. Быстро, быстро, быстро. Слушай, а нифиг было болтать в моей машине всякую ерунду, понял? Помирает он. Кстати, Ника надо было, наверное, с собой взять. Ой-ой-ой-ой. А, хотя, я думаю, он сам приедет. Кстати, добро пожаловать в какую-то там серию, не знаю какую. Так, все-все, выходим. Нам, походу, пора кое-кого кое-куда везти. Женщина, ты живая? Черт, ну где же Ник? О, боже! Эй, что происходит, Ким? Да где тебя носило? И правда, что происходит? Дай руку. Наша дочь решила, что уже пора. Нет, 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 у нас же была еще неделя. Ау, Ким, 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 ты что? Ты мне руку сломаешь. Нужно сесть в машину. Давай, давай. Хватка, что надо. Ладно, 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 ладно. Давай, садись за руль. Ну, едем! О, боже! Держи дверь, быстро. Так, моя машина была быстрее, зачем в этом садиться? Хорошо. А, моя рука. Бедный парень. Так, на выезде поверни налево. Хорошо, слушаю. О, да. Отличный музор. Ник. Все будет хорошо. Помощник умеет водить. Давай. Вообще-то не особо. Кейси показал мне дыхательную технику. Ау, ай, ай, моя рука. Что за херня? Что? Что там? Чего? Осторожно, свиньи. Где? Как я вовремя Эдемщиков-то... О, блин, 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 осторожно. Эй, детка, ты, конечно, рожаешь, но... Ай-яй-яй-яй, моя рука! Чувак, тебе кожу содрали на днях, а ты за руку заботишься, серьезно? Направо, о, понял, понял. Жми! Видишь? Жми! Все не так плохо. Мы пока еще не врезались, это уже плюс. Лево, право, лево, право, куда? Ага. Мы что, едем напрямик? Ну хорошо. Держитесь. Это ты меня нервируешь. Это не речка, надеюсь? О, покидайте область здания, в смысле? Да я гоню, просто мне не сказали кудой. Право, где право? Твое право, мое право, сюда что ли? Упс. Еще раз право, да? Понял. Тут все горит. Что вообще творится здесь? Это что, бензовоз? Вы живы? Зачем так орать? Еще немножко и доедем. В смысле все? Ой, блин. Оу. Фу, проехал. Почему сегодня на этой дороге такие заторы? Скажите, пожалуйста. Мы что, собрались прыгать? Серьезно? Прыгать? Держитесь. Так, еще немножко. 100 метров, буквально. Ну, еще 100, даже 200. Хорошо. А что самолет-то падает? Хороший вопрос. Ну, так я и в пол. Офигеть, там самолет взорвался, вы видели? Ребят, видели, да? Надеюсь, это был какой-то эдемчик. Еще 300 метров, держись. Ладно, приятель, это вон там, впереди. Мы можем срезать через лес. Не надо. Обыч... Надо срезать. Не, я все-таки лучше по главной. А я по главной поеду, потому что обычно мои срезки заканчиваются плохо. Хотя ладно, давайте срежем. Ты уверен? Долбанный олень. Ты забыл про оленей? Воу! Тихо! Блин, 10 секунд.
А, все? Выходим? Да, нет. Эй. Привет. Хочешь увидеть свою крестницу? Да не особо. Как она прекрасна. Что ж, выходит, мне все же придется сменить название компании, да? Наверное, тебя все уже достали, но спасибо. За все, что ты для нас сделал. Если что нужно, обращайся. Ну что, поехали домой. Вот так серия была. Всем пока. Округ Хоуп — наш дом. Эти твари не займут его.